Всем привет! Это ты так поздоровался? Да. Вот. Мою посуду здесь и не могу ее нормально помыть, так как некуда ее складывать, места вообще нету. Здесь все забито, здесь у нас крупы и все такое. Вообще неудобно, очень мало места. Поэтому решили посуду всю выкинуть нахрен. Хорошо. Вот, здесь вот видите, все заставили, надо сейчас будет все перемывать, все перечищать, все куда-то раскладывать. Не знаю, куда раскладывать это. Давай соседям отдадим. Вот, вот эта вот метелка, кстати, я вообще не рада этой метелке. Купили такую метелку, смотри, мусор, аккуратно. Да я вижу, что мусор. Просто здесь немножко надо вот приноровиться, вот встать, как в гольф играешь, и пошла заметать. Нет, оп, мне неудобно, оп. Она да у меня вот сюда вот, бьет, вот видишь, угу. Надо еще попасть, и очень неудобно. До этого метелочка у меня была, она была здесь поуже и пошире немного, и она легко ходила, а эта узкая и высокая, и я вот с ней, когда начинаю, и она сама по себе, она такая тяжеленькая, и я начинаю, когда собирать, но она такая очень узкая, и у меня вот здесь вот рука напрягается очень. Вообще, если честно сказать, знаешь, вот я не рада ей. Здесь, допустим, если бы ручка вот эта, хотя бы немного вот сюда смотрела бы, да, вот ручка не вот так, чтобы ты вот напрягаешься, чтобы это... А если бы она немножко вот так была бы, то было бы поудобнее. Ну, да. Короче. Ну ладно, речь не об этом. Тихо, дай, подожди. Дай я тарелочку покажу. Ну, испортил всю малину. Дерек, привет скажи. Скажи всем привет. Вы на канале Диана и Рушан. Ну, короче, ладно, речь не об этом. Тебе вот Антошка приедет? Иди посмотри, как я сделала. Блин. Антошка приедет. А его как, чем встречать? Пирогами? Ты пирогов не насляпала? Вот это голубки и я. Голубки, как они друг друга любят, а? Ну это просто шедеврально. Эх вы, пацаны. Так, ну, смотрите, у нас все готово, в принципе, к переносу. Сейчас у нас сюда встанет стол, беленький он тот, потому что куда-то все складывать это надо. А вот в этот угол у нас встанет газовая плита. Ну, пока так, сейчас будем переносить. Ну и да. Что дальше будет, здесь мы покажем. Здесь просто не хватает нам, да? Ну, по-любому. Даже элементарно что-то порезать, даже мультиварку убрать с подоконника, да. Что подоконник захламляется. Это да. Реально. Да и вообще, и вот получается, чайник. Что-то порезать элементарно, негде было вообще. А по-другому сюда не сделать, потому что микроволновку куда-то, ее нереально куда убрать, потому что мы уже все обкумекали. Вот. Ну, это все опять же на сезон. Сейчас пока холода. Угу. Дай бог, к весне что-нибудь это. Ну все, ставим камеру на штатив, так как нашего оператора сегодня нету. Да. Оператор наш на свидание. Мы пока будем справляться без нее. Ну все, погнали. Блин, а сейчас мне сначала... А, сначала стол занесем сюда, потом буду плиту отсоединять. Да? Угу. Ну стол я могу сама занести. Пока нет. Не могу дома ходить. Ё-моё, ты посмотри на тот угол. Чего там? Какашки мышины. Ну это да, я видела уже, зайка. Надо давай сейчас на середину поставим. А где наш пылесос? Пылесос? Ты пылесос? Там где-то. Надо притащить пылесос, пожалуйста, я буду это... мыть. Пылесос. Так, вот эти макароны мы варим. Дымку. Урожаюшка. Я не помню, где Кристина их покупала, по-моему, в самом фикс-прайсе. Так, это соль для рыбы, для котлеток. Так, вот эти штуки надо пока вот брось сюда на стол.
Вот так оно все и начинается, да? Так все зарождается. Я вот предлагаю сюда... вот эту взять там в холодильнике. У нас две для домашних и для магазинных. Убрать этот пластмассовую, который для домашних, поставить такую. Потому что пластмасса, она... Да, она, я смотрю, она у нас уже вся. А давай сразу сделаем, чтобы потом не оставлять это все. Давай. Поставим, написали. А у нас, правда, здесь одно яичко. Даже подписано домашний. Дом. Вот, я подписал дом. Ага. Мы сегодня утром готовили просто омлетик. Вот. А это на выброс. Она потому что, видите, трескается. О, Кристинка звонит, наверное, сказать, что чтобы мы ее сегодня не ждали. А ждали завтра. Сейчас отвечу. Вот отсюда ты шарахнулся столбом. На посуду все. Да, перемывает пипец. Блин, пипец. А почему она там шарахнулась? Ну, вот, видимо, мы строительный мусор задевали, собирали. И что, теперь нельзя включать его? Включай. Ну-ка, отойди, а то натяжется лицо. Да, этот пылесос уже, поэтому я его довольна. Стой, подожди. Вон там тоже. Пройдись. Где? А, с той стороны, да? Да, стой. Вот это. Вот здесь тоже пройдись. Так, дверь, все, тихо. Уже все, это только для машины его. Ну вот здесь вот сильно не убираю, я хочу здесь тоже буду его это пылесосить. Это для машины тоже, знаешь. Убили пылесос. Кстати, Кристинка позвонила, сказала, через часик будет. Они поехали в кафе покушать. Что, поставим, потом протрешь или сейчас протрешь? Нет, я сразу хочу протереть. Вот эту тряпку уберем. Кстати, вот эти вот тряпки, они вот эти толстые, они не просыхают хорошо. А потом начинают пахнуть. Так да, что где-то это... не уследил, да? Не то, что не уследил. Нет, за всем уследишь. Просто начинаешь ее надо на улицу просто. Либо, ну, сейчас, знаешь, сушку поставим туда, когда сейчас все уберем, чтобы белье сушить мелкое. И помыл что-то, да, убрал, прополоскал и повесил ее, чтобы она просыхала. Только так. А так, если возле раковины ее оставлять, она просто это... завоняется. Так что вот так вот. Сейчас мы здесь хорошо протру. И тряпка это уже на раковину я не ложу, она уже будет такая. Так, Дерика, можешь штуку установить? А то смотришь, он потихонечку уже и на улице. Трогок, да? Хитренький, да. Стинка обещала маску мне сегодня сделать. Вот все. Подожди, подожди. Я голову из-за нее не мою. Жду ее. Так. Сейчас. Да, можно что-то такое поставить. Это, допустим, в ящиках что-то. Да? Ну да, корзинка, коробочка черная, которая есть. Ну. Да, да, да. Даже можно сюда поставить этот, как ее называют, мясорубку, понимаешь, коробки, чтобы она там не стояла. А, туда не влезет. Она не влезет, да? Нет. Даже если полежа положить. Угу. А ты себя проверял ловушку, Рушан? А? Ловушку проверял? Да. Никого не было? А-а. Интересно. Как так? Любимый, а я? Идем поможешь мне все поставить. Вот этим, я думаю, туда, да, к стеночке? Ну да. Так. Упс. О, смотри, он ниже. Не, я так и знала, что тут нет. Ну и что? Да нормально. Он будет читать.
Все. Просто почему мы решили ставить сюда стол, а туда плиту? Мы думали, мы гадали, мы хотели, конечно, сюда плиту поставить, но не хочется убирать отсюда микроволновку. Она здесь уже висит, там, если ее убирать, крепление, там уже и дыры, и все останется. Но и микроволновку даже повесить, чтобы она вот так торчала куда-сюда, ну, будет уже как-то... Не вариант. Да, не вариант. Хотели стол туда. Стол туда не помещается, он сильно выпирает на выход. А плита тоже, да, по-моему, будет немного выпирать? Плита почти вровень будет. Вот она будет чуть вот здесь выпирать, но не выпирать из двери. А баллон Рушан, говорит, поставит уже там. Вот уже здесь пока. Пока там будет стоять, пока мы не купим, да, шланг подлиннее, чтобы пропустить его, чтобы баллон стоял у нас на том месте, на котором сейчас стоит. Так что все, сейчас будем затаскивать плиту. И посмотрим. А так ничего, нормально встал здесь столик. Пусть стоит себе. И нормально здесь и у нас микроволновка. Здесь просто здесь и розетка. Видите, здесь розетки нету. Сюда пришлось бы удлинитель. Эти провода по полу. Неудобно. Здесь вот розеточка, включил, здесь чайничек мы поставим. Включил, допустим, здесь же и микроволновка будет стоять. И все будет аккуратненько стоять на своем месте. Ну, вот так вот. Пока будет так. Конечно, лучше было бы, чтобы это все было с гарнитуром, но пока нет у нас гарнитура, пока мы обходимся тем, что есть. Че, Рушанчик, помочь? Нет, я справляюсь. Сейчас. А вот эту вот можешь стекляшку сперва снять? Я ее отдельно потом помою. Угу, там где-нибудь поставь ее. Конечно, вот здесь мы тоже думаем, то, что будет брызгать сюда. Ну, смотри, теоретически можно готовить, мы в основном готовим вот на этих двух. Угу. Вот, то жарим, парим, в основном вот это. Здесь кто у нас? Ну, пельмешки сварить на маленькой. И то, я поставила, я не смогла дождаться. Вот эти две в основном будем пользоваться, эти не будем включать крайне редко, и брызг не будет. Да, какими-то клеенками занавешивать стены тоже не хочется. Успел. Стекло, что ли, да? Угу. Да ты чё? Как-то выезжает, странно, блядь. Что-то такое было, тык, что-то было. А? Что-то такое тык было, нет? Не знаю. Послышалось? Полинолеум только надо царапать. Можно, да, шланг положить? Чего же, блин? Да, сейчас. Ну вот. Мне не нравится, конечно, что здесь плита стоит. Но, по крайней мере, здесь будет теплее нам готовить. Даже утром рано встал. И не хочется выходить на веранду, потому что там холодно. Ноги стынут стоять. Что-то помешать. И то и дело мы дверью этой хлопаем. Туда-сюда, туда-сюда носимся. А здесь будет тепло, конечно, проветривать, допустим, если что-то жаришь. Вот плохо, да, когда у тебя такие окна, ни одного открывания, да, Рушан, все глухие. Да. Обидно. Очень. Ну, проветривать будем, мы дверь приоткрыли, да проветрили. Ничего страшного. Нормуль. Чё ты думаешь? Сейчас смотрю, шланг хватит, нет. А кто не видел, где у нас баллон газовый стоит? Рушан сделал для него короб. Вот он, короб. Там стоял у нас отдельно газовый баллон. Вот здесь. А я на него что-нибудь накину сверху, чтобы он сильно в глаза так не бросался. Дверь пока закрою, чтобы сюда никакой мусор не летел. Там тоже еще не прибралась с ванной. Все в процессе. Хватает. Хватает, да? А если его в самый угол нельзя будет поставить? Не хватает тогда. А то, что он возле батареи будет стоять? Батарея максимум 20-30 градусов. А на солнце он там от 35 до 40 градусов на солнце нагревается. Что, прям вот так вот посередине будет стоять, да, здесь? Ну, сейчас чуть-чуть подвину я его. Сейчас соображу-кась. Сейчас ключ принесу вот здесь немного. С уборкой не обращайте внимания. Здесь вот все разгребаем, убираем.
Рушан там занимается своими сварочными работами. Так, сейчас Кристина придет, кое-что ей его прошу сделать. Кристина, иди сюда, пожалуйста. Да, то сейчас кошка придет и сожрет их ужин. Найди Дерека. Ну, естественно, где-то в доме. Ты представляешь, где он? Куда он улегся? А он ко мне, если у меня шифоньер открыт, он туда вместо полку залазит и лежит. Дерюш, ты чего там делаешь? Так что нижнюю полку чем не занимать, он уже ее забил. Устроился, лежит на себе. А я захожу, и он выглядывает оттуда. Думаю, надо же. Серьезно? Ага. Ну, вот так вот. Вот так и живем. Потерял свою одну перчатку, блин, резиновую. Не могу ничего найти. Вот. Нет, только что потеряла. Вот как здесь уже все разгребаю потихонечку. Кстати, не встала показывать. Представляете, вот здесь нашли мы мышку. А, ну, мертвую, естественно, мышку нашли. Так было неприятно на это все смотреть. Ну все, вот уже сколько я здесь вынесла всего. Обувь тоже здесь тут убираю, всю протру, всю поставлю. Потому что ванна уже практически закончилась. По мелочи осталось все. Ну вот пока так. Ну это мусор так здесь не валялся. Конечно, это я пакеты освобождала вот сюда. Вот потом придумаю, что здесь вот пакеты. А, пакеты освобождала для того, чтобы короб. У нас в коробе стояли пакеты. Сейчас покажу, в каком коробе. Вот в этом вот коробе. Видите, вот в этом. И я его пока сюда поставила. Ванну еще не убирала. Полы ничего не мыла. И здесь тоже сейчас буду сперва все метелочкой смету. А потом уже буду пол протирать. Мыть подоконники, пол. И буду наводить уже красоту. Вот эти, наверное, я тюль по бокам. Одну красную с одного бока. Другую красную с другого бока. А здесь белую уже повешаю. Ну, посмотрим, сейчас Рушана спрошу. И вот так вот все повесим. Ну, это уже, конечно, не сегодня. Потому что сегодня есть еще определенные дела. Еще видео монтировать на два канала. Но пока это разберу. А завтра уже тюль поменяю, да окна протру. Здесь у нас консервация. Надо вот у Рушана забрать плед. А то мы возим, когда кто-то просит, там перевозка, не перевозка, отвезти. Что-то перевезти, мы плед с собой берем, чтобы машину нигде не поцарапать, там не задеть внутри. Ой, засветило. Ну вот, так что пока так, работаем.